даже забавны, а о других нам лучше вовсе не знать, чтобы не разрушать образ романтика, рыцаря. Иногда они мечтают о таком. Я выбрала 3 мечты мужчины. Первый мужчина пишет, ему 26 лет. Я давно хочу младшую сестру своей девушки. Очень сексапильная девчонка, но ей всего 14 лет, и она, мне кажется, тоже хочет. Видели бы, как она одевается, как заигрывает со мной. Лолита отдыхает. Я с ума схожу, но приходится сдерживаться. Впрочем, свою девушку я тоже хочу. Он так об этом легко говорит. Я тоже хочу. Почему тоже? В первую очередь мужчина должен говорить о своей девушке. Значит, если бы ему предложили его девушка и ее сестра, он бы секс с девушкой или с его сестрой. Он бы выбрал, значит, сестру. Пишет другой молодой человек, ему 22 года. Я фантазирую о сексе с моей начальницей. Приходит раньше всех, сидит допоздна, ездит на инфинити с водителем и не то чтобы придирается к подчиненным. Она очень требовательна и любит получать нас, как малых детей. Мне часто хочется задрать ей юбку прямо на совещании, порвать все пуговицы на ее блузке, наклонить к офисному столу и... А рот заткнуть пачкой бумаги для принтера, чтобы она не попыталась мной командовать. Мне кажется, все подчиненные, у кого начальница выглядит сексуально, все хотят ее. Пишет другой молодой человек, ему 29 лет. Моя любимая фантазия – султан в гареме. Султан – это, конечно, я, на золотом или кожаном кресле, а вокруг много голых дев, которые послушно исполняют все, что я прикажу. Массируют мне ступни, танцуют эротические танцы, подносят вино, сигареты и даже кукарекают. Мало ли что мне взбредет в голову. Главное, они все делают молча и с нежной улыбкой. А когда мне все это надоедает, они покорно исчезают. Хотя такое не может надоесть, а я думаю, такое может надоесть. Пишет Игорь, 32 года. Я успешный человек, давно и безнадежно женат. Но с юных лет меня возбуждает мысль о подчинении сильной и властной женщине. Вздорная красавица, которая связывает меня, бьет, унижает, вытирает от меня ноги. Я служу ей, как верный раб, ползаю на коленях, исполняя все прихоти, боготворю свою госпожу. В своей семье я главный, моя жена слишком пассивна, чтобы быть госпожой в постели. Поэтому много лет это было просто фантазией. Но 3 года назад в моей жизни появилась такая женщина, моя богиня. Мы живем в разных городах, встречаемся нечасто, но каждая встреча для нас незабываема. Ну, что я могу сказать по этому поводу? Сделал я такой небольшой, так сказать, вывод. Все мужчины всегда хотели, хотят недоступных женщин, темпераментных, стервозных, жгучих. Чаще случаи, что это брюнетки, ну и блондинки, конечно. Мужчина хочет секса с прекрасной незнакомкой, где-нибудь, спонтанно, неожиданно. Секс, который ничего не обязывает, а просто страстные встречи, поцелуи и никакой романтики, только секс, секс и секс. Мужчины мечтают о сексе везде. В поезде, на нижней полке плацкарта, в самолете, в машине, на природе. Да мест очень много, их все не перечислить. Даже если мы представим себе, что можем быть хорошей женой, и любовницей, и хозяйкой, и так далее, все равно мужчина будет мечтать и представлять других женщин. Со временем, конечно, изначально все жены, у всех была романтика, страстные встречи, страстные ночи, но это все приедается, это привычка, и это нормально, когда мужчина мечтает о женщинах. Ведь если мужчина не мечтает о женщинах, что же тогда за мужчина? Мне кажется, редкость встретить мужчин
которые до конца жизни своей находятся с одной единственной. Как мне сказал один знакомый, он, наверное, сейчас тоже смотрит это видео. Что-то у нас разговор там зашел тоже, что-то о Памеле Андерсон, что-то такое. Представляешь, говорит, сколько мужчин, там, подростков, смотря на Памелу Андерсон, приложила руку к одному месту. Я говорю, да весь мир, наверное. Он говорит, нет, я вот не люблю блондинок. Значит, формы – это не самое главное. Мое мнение таково, если женщина сексуальна, от нее идет эта сумасшедшая энергия, страстный взгляд, она уверена в своей сексуальности, она знает, что ее хотят, она знает, что на нее смотрят. И неважно, какие у нее формы, все ее хотят, она это понимает. Если она будет уверена, так и будет. А если она не будет уверена в себе, будет думать, да какая же я красавица, ой, это у меня не так, это у меня, да кто на меня посмотрит, да я вообще, вы что? Так и будет. Женщины, будьте уверены в себе. Мужчины мечтают об энергичных, а главное, уверенных, темпераментных, стервозных, жгучих брюнеток и блондинок. До скорой встречи!